Среди проблем, требующих, по мнению жителей Левобережья, скорейшего решения, слишком высокая плата за проезд в автотранспорте. За комментариями журналисты обратились в Чувашавтотранс. Есть постановление Кабинета министров Чувашской Республики. Значит, это постановление номер 566, которое вышло 31 декабря 2013 года. Называется это постановление о картах для безналичной оплаты проезда на транспорте общего пользования на территории Чувашской Республики. И, значит, в соответствии с этим постановлением, если его внимательно изучить, там в приложении номер 2 указан перечень лиц, которые имеют право льготного проезда при наличии, безналичной карты, так называемый, он сейчас называется, месячный льготный проездной билет. Значит, лица, которые входят в этот перечень, имеют право обратиться к нашему оператору, это единая транспортная карта, подойти в пункты приема, этот оператор располагается в городе Чебоксары. К нему подойти, к этому оператору обратиться при наличии соответствующего документа. Льготник может получить эту карту. Она будет, эта карта, с фотографией, и он при оплате 600 рублей может неограниченное количество раз ездить на автобусах общественного пассажирского транспорта, то есть на автобусах, которые обслуживают государственное муниципальное предприятие «Чувашавтотранс», неограниченное количество поездок. Далее, еще есть у нас категория жителей, будем говорить, Заволжье, это те, кто проживает в поселке Сосновка, Октябрьская, Северный. Значит, тоже в соответствии с постановлением города, это постановление я вам сейчас скажу, номер 335 от 8 октября 2012 года, постановление администрации города Чебоксары, было принято решение, что вот эти жители получают тоже персональную карту, у них должна быть прописка при этом в Заволжье. При наличии той карты они оплачивают всего лишь 20 рублей от стоимости, и далее уже компенсируется разница между тарифами администрации города Чебоксары.